зрители канала Fashion TV. Вы смотрите программу «Светская жизнь» с Еленой Гичун. Основные показы 31-го сезона недели моды Mercedes-Benz уже отгремели, но есть несколько дизайнеров, которые уже традиционно представляют свои коллекции за пределами нового манежа. И один из них – Игорь Чапурин. Уже на протяжении 17 лет модный дом Чапурин предлагает своим клиентам исключительный крой и качество. Какой видит дизайнер женщину весна-лето 2016, мы узнаем сегодня. Добрый вечер, Артем. Как вы считаете, в чем секрет успеха Игоря Чапурина? Мне кажется, секрет его успеха заключается в лаконичности его коллекции, в том, что он свято идет к своей цели и несет флаг безумно красивой моды, которая, в которой воспевает женщину. Я думаю, что в его трудолюбии, в том, что он всегда очень тщательно подходит к деталям и, конечно же, ценит женскую красоту. Он создает одежду для женщин, которые хотят выглядеть чувственными, сильными, желанными, деловыми, и в то же время оставаться настоящими леди. Вот это ДНК бренда, которая, ну, безусловно, прослеживается в каждой коллекции. Я верю в то, что важная часть успеха еще и то, что он хороший человек. Когда ты видишь хорошего человека, ты хочешь за него держаться, ты хочешь ему помогать, и происходит такой вот симбиоз добра. Я думаю, это очень важно, и это не последняя роль сыграла в успехе Игоря. Чем мне близок Игорь как художник? Вот он не гонится за внешними какими-то суперэффектами. Вот он работает в деталях, вот он в оттенках, фактурах. Вот он очень-очень сдержан и благороден. Вот это мне очень нравится. Самый главный успех любого дизайнера – это желание женщину сделать красивой. И это желание его, оно выражается в его нарядах. Поэтому он молодец, трудолюбивый, талантливый человек, за это мы его уважаем и любим. Секрет успеха в качестве, в непревзойденном профессионализме. Его успех, мне кажется, в его интеллигентной элегантности. Это, мне кажется, его визитная карточка, то, как он все преподносит. У него очень хороший вкус и идеальное чувство меры. Предпочитаете больше одежду российских дизайнеров, либо европейских? Больше работаю с Европой и работала там за границей очень долго. Но сейчас настолько индустрия российского фэшна поднимается, я очень рада этому факту. В большей степени европейских, глядя на меня, но также есть у меня в гардеробе российские дизайнеры. И сейчас я считаю, что у нас много ребят, которые заслуживают уважения. Наконец-то настало то время, что наши российские дизайнеры востребованы, и мы можем этим гордиться. Вы предпочитаете больше европейских дизайнеров, либо все-таки российских? Я предпочитаю креативных дизайнеров. Мне не важно, европейские или российские. В последнее время мое мнение разделилось 50 на 50. Я стала покупать одежду у наших российских дизайнеров. И Игорь один из моих любимых. Что вы ждете от показа? Как всегда, красоты, тенденции. Мне кажется, у Игоря всегда все великолепно. Ну, конечно же, как трендоманка, конечно, трендов. Красивый показ, атмосфера, эмоции. Жду, что Игорь очередной раз удивит меня своими какими-то новшествами. А я уже на самом деле видел все вещи, поэтому они бесконечно прекрасны. Как каждый раз вы приходите на показ и видите какое-то маленькое чудо. Виктория, расскажите нам, пожалуйста, о впечатлениях этого показа. Знаете, показ великолепный. Игорь Чапурин как раз, как всегда, на высоте, потому что все его коллекции отличаются своей индивидуальностью, яркостью, качеством. Я в очередной раз поражена, потому что Игорь
все, что мог, вдохновенное, что было прекрасное из лета, свою коллекцию отразил. Это, по-моему, каждый не показ, а каждая модель – это отдельный цветок. Мне все понравилось. Цвета, ткани, новый крой. Супер, я в восторге. Ожидания оправдались, это было великолепно, женственно, благородно, очень элегантно, и я просто влюбилась в эти сочетания золота с черным. Мне в последнее время прям очень хочется чего-то вот именно такого, с одной стороны, рок-н-ролльного, но с другой стороны, чтобы не совсем, а вот доля шика в нем была. Просто хочу искренне пожелать Игорю, чтобы еще много лет он радовал нас своими показами, на которые собирается вся Москва. Все стремятся сюда попасть, увидеть, быть. И каждый раз никто не остается равнодушным. Это здорово. Liberty, синоним модерна, вдохновил Игоря Чепурина на создание новой коллекции, в которой дизайнер объединил западную прагматику с чувственным очарованием Востока. Дуализм новой коллекции отражается как в тканях, так и в силуэтах. Полную коллекцию Liberty вы увидите на телеканале Fashion TV в ближайшее время. Вы смотрели программу «Светская жизнь» с Еленой Гичун. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love Fashion TV. We love Fashion TV.